Всем привет, ребзя, с вами снова Ноксвелл, и сейчас я обращаюсь ко всем зрителям наших стримов. К сожалению, пока что я могу их посчитать просто на пальцах, но ничего, скоро это будем менять. Значит, в чем суть? Вы как знаете, мы стримим на три портала сразу, на Good Game, Twitch и YouTube. Сейчас я хочу поговорить про YouTube и Good Game. В общем, у меня пару дней назад возникла проблема с лагами на YouTube. Я их исправил, но очень большой ценой, задержкой. Появилась задержка в 1.5 минуты. Поэтому, если вы у меня что-то спрашиваете, то ответ получите только в течение 2 минут, то есть 1.5-2 минуты. И как же это исправить? Да все просто. Нужно просто перейти на наш Good Game канал. Вот он, да. Переходите на Good Game, регистрация занимает буквально минуту, да, много времени это у вас не отнимет, подписывайтесь, все, отлично, вы наш человек, и задержка тут всего 5 секунд, да, мы проверяли. Это не единственная фишка, в общем, вот здесь чат, этот чат я смогу выводить на экран, это первое, и здесь показано точное количество зрителей, то есть у нас было на YouTube так. В общем, в чате общаются 5 человек, это видно, что они общаются, но в статистике написано, что смотрит 0 человек. Ну, как такое понимать, а? Это неудобно ни для меня, ни для вас. А плеер Good Game на это способен, то есть на точную статистику. Поэтому, ребят, я надеюсь, вы меня услышали и перейдете по ссылке в описании и сделайте, как я попросил. Все, всем спасибо, всем пока.